Всем привет! В этом видео мы с вами будем уже вязать основу нашего мишки. Это туловище и голова. У меня очень сильное солнце, надеюсь, это не сильно повлияет на видео. Так, смотрите, мы будем ножки и ручки ввязывать сразу в тельце, а голова будет вязаться отдельно и в конце пришиваться. Первый ряд у нас будет начинаться как обычно, 6 столбиков без накидов, кольцо, амигуруми. Во втором ряду делаем 6 прибавок, это по 2 столбика без накида в одну петельку. Третий ряд провязываем 1 столбик без накида, прибавка, и так 6 раз до конца ряда. В четвертом ряду вяжем следующим образом: 1 столбик без накида, прибавка, далее 2 столбика без накида, прибавка, и так 5 раз. И в конце ряда у нас остается одна петелька, ее провязываем просто столбиком без накида. Пятый ряд, 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз до конца ряда. В шестом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, далее 4 столбика без накида, прибавка, и так 5 раз. В конце останется 2 петли, их провязываем просто столбиками без накида. И в седьмом ряду по кругу вяжем 5 столбиков без накида, прибавка, и так 6 раз. Так, и в восьмом ряду мы сейчас с вами будем ввязывать в тельце уже ножки. Мы их с вами вязали в прошлом видео. Так, и делаем это следующим образом. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше вяжем 7 столбиков без накида, но вместе с ножкой. Я проверяю, чтобы у меня было точно 7 столбиков. Так, и сначала продеваем крючок в петельку ножки, а потом тельце и вместе провязываем за них столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот так вот это выглядит. И теперь просто лицевую часть мы вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И сейчас снова провязываем 7 столбиков без накида с ножкой. Я сразу тоже проверяю, чтобы опять было 7 столбиков. Вдруг я ошиблась, когда связывала детальку. И провязываем за оба столбика вместе. 2, 3, 4,
5, 6, так, и 7. И у нас с вами остается до конца ряда 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вешаем маркер назад. Вот так вот она сейчас выглядит, тельце. Далее у нас с 9 по 11 ряд мы по кругу без изменений вяжем 42 столбика без накида. Это получается 3 ряда по 42 столбика без накида. Провязываем самостоятельно. Я провязала 3 ряда. Вот так у нас сейчас выглядит тельце, уже появляется животик. И в 12 ряду у нас начнутся убавки. Получается, 12 ряд мы вяжем 5 столбиков без накида убавка и так 6 раз до конца ряда. Все ряды я вот так сокращаю, просто говоря, как вязать, потому что, думаю, каждый из вас это знает, как делать, и большинство деталей мы с вами вязали аналогичным способом, поэтому, чтобы видео не было в час по длине, я все коротко обрезаю. В 13 ряду провязываем по кругу 36 столбиков без накида. В 14 ряду будем снова делать убавку. Сначала провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь нам нужно будет сделать 6 убавок подряд за переднюю стеночку. 1, 2, 3. Четыре, пять и 6. И до конца ряда у нас остается 11 столбиков без накида. Провязываем самостоятельно. В 15 ряду вяжем по кругу 30 столбиков без накида. В 16 ряду снова делаем убавки, но теперь по кругу вяжем 3 столбика без накида, убавка. И так 6 раз до конца ряда. В 17 ряду провязываем 2 столбика без накида, убавка. И так 6 раз до конца ряда. В 18 ряду мы с вами сейчас будем вязывать наши ручки. Это уже будет крайний ряд. На этом тельце у нас закончится. И вяжется это следующим образом. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И теперь нам нужно провязать 5 столбиков без накида вместе с ручкой. Я сразу всегда проверяю, чтобы было 5 столбиков. Прикладываем. И так же, как и ножку, провязываем
за обе петельки на теле и ручки вместе. Раз. Так, проверяем, чтобы в ту петельку. Два. Три. Четыре. Так, и пятая. Так, вроде все ровненько. Теперь на лицевой стороне провязываем 3 столбика без накида. Раз. Два. Три. И снова вместе с ручкой провязываем подряд 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, и пятое. В конце у нас остается 1 петелька, ее просто провязываем столбиком без накида. Вот такое пузатенькое тельце у нас получилось. Все, теперь мы с вами будем отрезать ниточку. Я оставляю всегда прям подлиннее, чтобы если вдруг, когда я буду пришивать голову, у меня где-то там на серединке будет заминка ниточки, повылазит там, не знаю, ворс, чтобы я могла ее аккуратно обрезать и продолжить сшивание. Если этого не сделать, то просто невозможно будет застревать постоянно нитка. Так, и в конце нам с вами нужно добавить 1 столбик без накида и провязать соединительную петлю и аккуратно вытаскиваем ниточку. Я прям вообще стараюсь здесь максимально аккуратно это делать, потому что ворс летит из нее только так. И затягиваем. И сейчас с вами будем набивать. Так, и наполняем нашего мишку. Делайте это на свое усмотрение, как вам больше нравится. Единственное, я советую вниз чуть прям посильнее утрамбовывать, чтобы нижняя часть игрушки вот убралась вот эта как бы выемка, и она была более-менее плоская, где мы начинали ряд, где вот 6 столбиков без накида. А дальше там животик тоже, все зависит от того, как вам больше нравится. И наполняем вот так до конца. Вот такой малышок у меня получился. А сейчас хочу сравнить с первым медведем моим. Вот этот коричневый немножко получился как бы плотнее, нитка сама плотнее. И она не так растягивается, когда наполняешь, и он прям чуть-чуть меньше. Посмотрим, что будет в итоге, насколько он отличаться будет по размерам. Сейчас пойдемте вязать голову. И здесь у нас все стандартно. Первый ряд начинаем с 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. А во втором ряду делаем 6 прибавок до конца ряда. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так до конца ряда 6 раз. Четвертый ряд провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так 5 раз. В конце у нас остается 1 петля, ее провязываем просто столбиком без накида. Вешаем маркер, и в 5-м ряду мы будем провязывать по кругу 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. В 6-м ряду 30 столбиков без накида до конца ряда без изменений. 7-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, раз, два, прибавка,
Далее вяжем 4 столбика без накида, прибавка, и так 5 раз. В конце ряда у нас остается 2 петельки, провязываем просто столбиками без накида. Вешаем маркер. И в 8-м ряду мы вяжем 5 столбиков без накида, прибавка, и так 6 раз до конца ряда. В 9-м ряду провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавка, далее 6 столбиков без накида, прибавка, и так 5 раз. В конце у нас с вами останется 3 петли, их просто провязываем столбиками без накида. Далее с 10 по 13 ряд мы вяжем по кругу 48 столбиков без накида. Это получается 4 ряда по 48 столбиков без накида, провязываем самостоятельно. Я провязала 4 ряда, вот так у нас выглядит сейчас голова, и теперь мы с вами начнем делать убавки. 14 ряд у нас получается 6 столбиков без накида, убавка, и так до конца ряда 6 раз. В 15 ряду у нас будет 5 столбиков без накида, убавка, до конца ряда 6 раз. В 16 ряду уже 4 столбика без накида, убавка, тоже 6 раз до конца ряда. А в 17 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, убавка, тоже 6 раз до конца ряда. В 18 ряду будет 2 столбика без накида, убавка, тоже 6 раз, мы с вами уже подходим к концу. И после того, как провязали 18 рядов, нам нужно сейчас будет вставить в 9 ряду глазки. Отсчитываем сверху вниз и примерно на расстоянии 6 столбиков без накида между глазками. Они у нас как раз там попадают в прибавку. Я сначала помечаю их иголочками, чтобы посмотреть ровно, неровно. Ой, уронила. Да, вот в целом вот так вот нормально будет. Вроде все совпадает. Сейчас посчитаю здесь. Ага, тоже 6. Значит, все, вытаскиваем иголочку и в это место вставляем глазки. У меня не на безопасном креплении. Если вы приклеиваете глазки, то это уже в самом конце тогда нужно будет сделать, после того, как уже пришьем мордочку и сделаем утяжку. Так, закрепляем получше. И второй. Тоже вставляю между прибавкой. Все, вроде бы нормально. Закрепляю. Все, вроде хорошо держится. Вот так вот у нас выглядит голова. И вообще, в мастер-классе на этом нужно закончить вязание головы. Можете также сделать и пришить так, но я немножко сделаю по-другому. Я завершу полностью вязание и потом буду пришивать. Так, я сейчас буду наполнять голову. Здесь вы тоже делаете на свое усмотрение, как вам больше нравится. Главное сделать, наверное, наверх поплотнее, чтобы опять же разровнять ту часть, где у нас начинался ряд. Выровнять вот эти 6 столбиков первоначальных, чтобы голова была более круглая. И спереди в щечки, чтобы при утяжке он выглядел более милым. А там уже как вам больше нравится, плотно, неплотно, все на ваше усмотрение. Я наполнила голову, и сейчас я еще буду довязывать ряд. Один столбик без накида, убавка, так 6 раз до конца ряда. И теперь, если нужно, мы добавляем еще наполнителя, чтобы тут тоже было ровненько. Там смотрим, может быть, где-то побольше у вас, где-то поменьше. Все разравниваем. Так, я сейчас вот чуть-чуть прям еще добавлю. И провяжу 6 убавок подряд.
Раз. Два. Три. Четыре. Пятый. Здесь надо поаккуратнее, чтобы не образовалось дырочки. И шестой. Все, теперь мы будем отрезать ниточку и делать утяжку. Для этого нам понадобится иголочка. Я, наверное, возьму с большим ушком, которое побольше. Так, вставляем ниточку. Так, и, кстати, многие подпаливают. Я иногда так делаю, но сейчас, думаю, тут смысла нет. Все равно это будет пришиваться. Так, вставляем так в петельку, аккуратно подтягиваем. И дальше в петельке за переднюю стеночку вот так продеваем аккуратно иголочку. Я в 5 столбиков подряд. И потом аккуратненько подтягиваем, чтобы не оторвалась нитка. И вот эту еще захвачу. И теперь будем прятать нитку. Здесь ее можно прятать вообще как удобно, потому что это все равно часть будет не видно, мы ее пришьем. За это, кстати, в последнее время полюбила пришивать голову из-за того, что можно вообще здесь утягивать и все прятать как удобно. Это ничего не будет видно. Так, все отрезаю. Так, убираем все лишнее. Вот такая голова у меня получилась. Это как будто у нас картошка с глазами. Все, сейчас будем оформлять. Так, сразу мы сейчас начнем оформление с пришивания мордочки. Вставляем ниточку в иголочку. Я возьму, которая поменьше, потому что так будет удобнее ее вставлять и вытаскивать. Потому что поменьше ушко, и сама она по расстоянию меньше. Так, прикладываем вот так примерно к глазкам. Смотрите, как вам больше нравится. И чтобы было ровненько. Я сейчас, у меня где-то тут валяются иголочки. Так, вот так вот немножко прищеплю посередине. Так, еще я вставлю сбоку, наверное, и снизу. Конечно, она у меня все равно съезжает, но хотя бы сначала немножко я ориентируюсь, откуда начать пришивать, чуть поровнее, потому что пришивать мордочку это самое страшное. Если ее не так пришьешь, то считай все, все испортил. Так, вставляем в петелечку на голове снизу вверх. Тоже стараемся аккуратненько делать, чтобы ниточка из петельки не вытянулась, это будет некрасиво. И потихоньку вот так вот подтягиваем, стараемся резких движений не делать, потому что если опять же, вот видите, сыпется нитка, в каком-нибудь месте она даст трещину и невозможно будет пришивать, будет цепляться. Так, и вот так вот снизу вверх вставляем. Иголку обратно вставляем, вот где вытаскивали от тела, туда обратно вставляем и дальше. Так, подтягиваем, поправляем мордочку, если съезжает, и опять вот, смотрите, снизу вверх в петелечку, в каждую так подряд пришиваем. Так, сейчас самостоятельно пришивайте где-то наполовину, и я к вам вернусь. Так, я пришила чуть-чуть больше половинки. Теперь те, кто будут вставлять носик на безопасном креплении, вставляем посередине где-то примерно вот так, чтобы между глазками было. А кто будет вот так вот вышивать, как я, продолжаем дальше. Но сначала нужно немножко набить нашу мордочку. Здесь тоже смотрите, как вам больше нравится по плотности. Прям совсем чуть-чуть. Стараться тоже, чтобы равномерно было, чтобы потом вышивать носик было красиво, чтобы ничего не съезжало.
так вот поправляем чуть-чуть и смотрим. И потом просто до конца дальше пришиваем мордочку и будем прятать нитку. Все, я пришила до конца мордочку и ниточку вывела вниз. Вот так вот после последней петельки сюда прям вниз. И сейчас буду ее прятать тоже. Можно любым способом ее сюда прятать. Все равно это у нас ничего не будет видно. Так вот несколько раз продеваем туда-сюда и отрезаем. Вот так у нас выглядит пока мордочка. Мне даже кажется, что я вот с левой стороны как будто вот на пол петельки. Надо было бы мне сдвинуть слева направо. Надеюсь, я вот глазки подтяну, потом более-менее сравняется это все. Так, и теперь нам нужно будет пришить ушки. Также сначала помечаю иголочками где-то со второго ряда. Так, мне всегда сложно, кстати, пришивать детали из-за того, что как бы когда вяжешь крючком неровно, располагаются ряды с одной стороны всегда шире. Поэтому я так вот примерно на глаз стараться найти ровное расстояние между ушками. И, кстати, на первом мишке я пришивала ушко немного задней вот частью чуть дальше, чтобы оно было вот так согнуто, потому что мне показалось, если их пришить прям ровно, то будут они как будто большеваты. Я примерно разницу делаю вот дальше на один ряд. Так, сейчас буду вставлять в иголочку, наверное, сначала маленькой пришивать, чтобы было удобнее в конце, потом для выведения нитки я возьму большую. И вот снизу вверх я примерно себе пометила, вставляю все как обычно, вот сюда в петелечку, аккуратненько, чтобы не вытянуть нитку, еще не захватить наполнитель. Вот так вот сначала в голову вставляем, а потом в петельку в ушко. Тоже все аккуратненько подтягиваю. Так вот вставила. И тоже потихонечку выводим, чтобы ниточка у нас нигде опять не оборвалась. Сейчас побольше кончик вот так вытащим. Так, равняем. И опять вставляю в петельку. С этой стороны вот так вывожу. И теперь в ушко. И так вот до конца. И потом вот, когда я пришила ушко, вот так вот оно у меня как-то выглядит, я в последнюю петельку вот так сверху вставляю иголочку, чтобы их немножко утопить. Как будто они прям в голову врезаны. Вот сюда вниз продеваем. Подтягиваю, вот, и она прям там скругляется, мне так нравится. И здесь сейчас тоже буду в последнюю петельку вставлять иголку и уже выводить нитку туда. Так, сейчас поменяю иголку на большую, чтобы было удобнее. Так, где она у меня тут? Угу. Так, вставляем сюда. Так, и теперь вот аккуратненько в последнюю петельку. Поддеваем и выводим уже ниточку туда вниз головы. Так вот, тоже аккуратненько, чтобы ничего у нас там не оборвалось. Так, и подтягиваю все. И они у меня как будто краешки прям из головы выходят. Так, вот так вот получается ушко. Мне кажется, сейчас вообще похож на поросенка. Смотрите, сейчас покажу потом. Так, сейчас спрячу нитку. Также прячем, тоже несколько раз выводим туда-сюда и обрезаем. Так, я пришила второе ушко тоже. И смотрите, мне кажется, прям поросенок. И нам теперь, не знаю, с помощью какой магии, нужно будет его превратить в мишку. И начнем мы с вами с утяжки. Для этого берем хлопковую нитку и длинную иголочку. Я, как всегда, отрезаю нитку прям подлиннее, пусть лучше она у меня останется, чем не хватит. Так, отрезаем. И идем утягивать наши глазки. Вот так вот где-то снизу, с центра, я ввожу иголочку вниз глазика. Так, аккуратно.
Подтягиваю. И теперь с обратной стороны тоже внизу вывожу через одну петелечку вниз, чтобы она закрепилась, ниточка у нас. Так, подтягиваем здесь аккуратно, потому что нужно, чтобы вот так вот пальчиком придерживаем ноготочком, чтобы ниточка у нас оказалась за глазиком. Так, все, вроде ровно попало. И опять через одну петелечку уже выводим ко второму глазику тоже снизу. Блин, у меня тут вот петелька одна неудобная. Не знаю сейчас, как получится сделать, нет? Она прям под глазом так вроде проткнула. И теперь также с обратной стороны вот тут снизу тоже выводим вниз через одну петельку внизу. Вот так. Тоже здесь аккуратно подтягиваем, чтобы она не уехала снизу глаза, а вот ноготочком поддерживаем. И вот она зацепляется теперь у меня за эту петельку. Сейчас все мне испортит. Так, вытягиваем. И теперь нам нужно вот за две ниточки подтянуть аккуратно вниз. Вот так вот. И прям сразу за две пальчиками там подравниваем. Все-таки вот из этой петли на глазу у меня будет немножко неровно смотреться глаз второй. Так, и ниточку сильно не тянем, чтобы тоже не оборвалась, и заново все не делать. И вот так вот равняем до тех пор, пока вот как вам понравится это все, как будет выглядеть. Так, мордочку тоже подтягиваем. И теперь нам нужно будет аккуратно сделать петельку. Я вот сейчас так иголочкой подцеплю сначала. Конечно, не очень удобно. Но можно сделать два глаза врозь. Типа сначала один потянуть, потом второй. Но мне так не очень нравится. Мне сразу вот удобнее два. Они как-то симметрично съезжаются. Так, все. И стараемся аккуратно прям затягивать, и тоже сильно не тянем, чтобы не оборвалось, потому что у меня такое уже бывало, это очень обидно, когда ты все выстроишь, а потом чуть реже дернешь, и все это обрывается. Так, и делаем пару узелков. Так, и обрезаем ниточки, чтобы немножко спрятать их. Так, буду прятать маленькой иголочкой. Вот так. Прям чуть-чуть. Она все равно никуда не денется. И еще разок. Так. Все. И вот этот кончик просто обрезаем. Так, и сейчас мы еще сделаем утяжку между глаз. Опять вставляем эту хлопковую ниточку. Уже можно покороче взять и вставляем снизу вверх вот с внутренней серединки глаза между петельками. Так. Достаем аккуратненько вот тут вот между глазиком, надеюсь, видно поближе, сейчас покажу. Так, и теперь с обратной стороны тоже вот в серединку и вниз опускаем где-то опять между одной петелькой, чтобы расстояние было. Так, подтягиваем. Вот она у нас как раз встает между рядами. И потихоньку начинаем тянуть. Вот у меня опять эта вот петля вылезла. Не знаю, как еще попробую, может, ее под глаз убрать. Она немножко вот все мне тут портит. Вот обязательно появится одна вот такая коза петля, которая все будет портить. Сейчас буду как-нибудь пробовать с руками аккуратно это убирать, поправлять. Вот так вот глазки все делайте, как вот вам больше нравится. Поворачивайте глазки, опускайте петельки, равняйте потихоньку. Какие-то, может, там надо подтянуть, какие-то спрятать. Так, ну и у меня мордочка тоже вроде более-менее выровнялась. Сейчас так вот прижму, посмотрим как. Главное, чтобы он не получился злой. Так, и опять нам нужно сделать вот тут аккуратненько узелочек
И тоже будет затянуть. Обычно вот я сейчас где держу, я же там чуть-чуть подтяну узелок туда. И в целом глазки уже так держатся на то расстояние, которое я подтянула. И вот тут в конце прям чуть-чуть аккуратно еще поджимаю. Прячем кончик нити и будем уже оформлять глазки и вышивать носик. Так, берем темненькую ниточку. Так, отрезаю тоже сразу подлиннее, пусть лучше останется. Сейчас будем делать реснички и бровки. Снизу вверх вот сюда выводим в уголочек между петельками. Аккуратненько. Ниточку так. У нас должна получиться вот такая вот линия. Смотрите тоже по расстоянию, с какой петельки выводить, как вам больше понравится. Отсюда и вот сюда примеряем вот по расстоянию, какой петельки, и вводим. И выведем вот с этой стороны сверху. Но у меня, наверное, не получится опять из-за этой петли, которую я прятала под глазик. Потом, наверное, сейчас с обратной стороны выведу. Да, я все-таки в итоге сделаю вот так, наверное. Вот отсюда сначала на внешний уголок, а потом сейчас попробую под ту петельку сделать реснички. Ой, ниточка запуталась у меня. Так, равняем. Холофайбер вылазит из этой нитки постоянно. Так, и вот сейчас вот так вот попробую поддеть. Так. Вроде заходит иголочка, это хорошо. И теперь мы выводим на верхнюю точку брови. Примерно смотрим по расстоянию, как вам нужно. И выводим аккуратно ниточку сюда. Так, тоже подровняем, но ничего, более-менее. Она, конечно, вот топорщится немножко, но ладно. Так, и вот сюда в петельку, и теперь противоположную сторону тоже отмеряем по расстоянию примерно. Я обычно столбиками считаю. Вот. И в уголочек, чтобы закрепилась ниточка под петельку, вставляю и вывожу. Так, и теперь на верхнюю точку. И отсюда выводим в нижнюю часть второй бровки. Здесь мы сейчас будем закреплять ниточку. Подтягиваем. Кстати, ну вроде ровные получились. И вот так поддеваем под бровь. Так, что же у меня все закрепляется? Это из-за того, что я вот нитки длинные очень делаю. И обратно вот сюда в петелечку вставляем и выводим вниз. Так вот. И тут будем завязывать сейчас ниточку внизу. Сначала все вот подправим аккуратненько. Так, и внизу сейчас завязываем ниточку и прячем. И переходим к вывязыванию носика. Также вот снизу поддеваем иголочкой. И примерно намечаем расстояние между глазок, чтобы было. Выводим тоже в петелечку в край. Так, подтягиваем. Я тут прям супер длинную нитку сделала, чтобы хватило на весь нос. Так, подмеряем. И теперь вот сюда вниз. Тоже в петелечку надо попасть, чтобы она за нее закрепилась. Так. Вот, все попало. Выводим вот так. Подтягиваем. И я вот, получается, сначала формирую треугольничек, чтобы обозначить вот границы носика. Вот так вот. С одной стороны. И теперь вот во второй край тоже вот так продеваю ниточку. И сейчас в этом треугольничке я буду уже вышивать вот так вот сначала в центре, и потом с правой стороны и с левой потихонечку вышиваем. И сверху потом пару еще стежков сделаем, чтобы было ровненько. Поэтому вот так вот делаем самостоятельно, потихонечку. И равняем его, как вам нравится. Вот я сделала столько оборотов, сколько мне понравилось. Вывела ниточку вниз. И сейчас мы тут сделаем разделение мордочки. Вот так смотрим по расстоянию, подтягиваем.
И вот так вот уже вниз опускаем иголочку. Так, пришлось доснимать видео уже на другой телефон. На моем полностью оставшиеся 10 гигабайт уже заняты. Я прячу ниточку, опять несколько стежков. Так, и отрезаем потом. Все, оформление мордочки у нас закончилось. Вроде похож, кстати, на мишку, уже не на Хрюшу. Немножко тут потом можно убрать холофайбер, который повылазил, закрепился за нитку. И нам остается только с вами финишная прямая пришить голову. Так, и я прикладываю сначала голову к телу, чтобы примерно посмотреть, откуда мне начать пришивать, чтобы было все ровненько. Немножко подправляю ее. Так, так вот, чтобы ровно была мордочка. Можно прижать сверху большой иголочкой. И вот так начинаем пришивать, как мы делали все остальные детали. Потихонечку вытягиваем ниточку. И получается, мы с обратной стороны в петельку вставляем ниточку. Сейчас, надеюсь, будет видно. Так вот, поддеваем ее, протягиваем аккуратно и в конце уже более плотно начинаем затягивать. И так вот мы с вами по кругу, петелька в петельку, пришиваем голову. Так, я пришила голову, вот такой мишка у меня получился, мне кажется, очень миленький, такой пузатенький, и по размеру у него все отлично, и ножки, и ручки, а где-то, кстати, он выходит в среднем 29 сантиметров, в зависимости от того, насколько плотно вы будете вязать. Сейчас хочу сравнить его с первым мишкой. Очень интересно, какая будет разница из-за того, что плотность нитки разная. Вот первый мишка у меня прям чуть-чуть получился покрупнее, но ничего страшного. Приятного всем вязания!